Привет. Сегодня соберем Crazy Octaeder Mars. У него, значит, заблокированная сторона зеленая и белая. Остальные стороны свободны. Итак, размешаем. В первую очередь состыкуем вот ребра на заблокированной стороне. Я предпочитаю это делать на белый, можно на зеленый. Втыкуем, отводим, состыковали. Состыковали и на что-нибудь поменяли. Тут все делается интуитивно. Так, больше не состыкованных ребер нету. Осталось два, так как у нас фиолетовый и белый, значит ставим фиолетовый или белый. Без разницы. Поставили фиолетовый. Теперь оставляем ребра по местам. Я опять же с белой стороны предпочитаю это делать. Старайтесь не задействовать вот эту сторону, так как она заблокирована и будет размешиваться. Вот, смотрите, нам надо поставить это сюда. Ну, и эту не задействовать, и эту. Дальше мы куда-нибудь вот вниз перекинули. Вот белые ребра на своих местах. Далее ставим ребра. Лучше разобраться сразу с зеленой частью,
так как она заблокирована. Вот видите, зеленый, красный. Мы не можем ее просто, иначе все разобьется. Нам нужно загнать ее с помощью свободных сторон. Вот. Зеленый, оранжевый. Теперь нам нужно найти. Вот зеленый, оранжевый. Зелено-оранжевый. Вот стоят зеленые. Ну, а эти попроще. Вот мы поставили средний ряд ребер. Ну и внизу они у нас вот тоже есть. Ребра собраны. Дальше будем стыковать на заблокированной стороне вот эти вот треугольники. Подставлять мы их будем пиф-пафами. Вот готовые мы убираем. Право-лево, право-лево. При этом, как видите, ребра у нас не разбиваются. Состыковали и заменили на несобранный. Состыковали и заменили. Если у нас ничего здесь нету, мы можем подкрутить нижний ряд. Теперь он, видите, у нас слева. Значит, лево-право, лево-право, пиф-паф. И вот этот нам надо заменить. Так, есть у нас еще на нижнем ряду. На нижнем ряду больше нету. А где он есть? А есть он вот здесь. Отсюда. Значит, делаем опять пиф-паф любой стороной. С любой стороны. А теперь он опустился на нижний ряд. И ставим сюда. Опять два угла у нас осталось. Здесь цвет совпадает фиолетовый. Если был бы другой, значит, надо заменить на один из двух цветов. Или фиолетовый, или оранжевый. Прокручиваем это дело. Все уголки собраны. Ну и в этом положении я рекомендую поставить сразу белые углы на свои места. Это не всегда возможно. Вот смотрите, вот белый напротив зеленый. Вот он должен быть здесь.
белый, фиолетовый. Вот его место. Если не совпадает, не страшно. Потом это формулами все решается. Даже бывает, что белый, белый, вот так два. Можете не заморачиваться на этом. Но этот выбьем и переставим. Он опустился на нижний ряд. И поставили его на свое место. Ну, можно посмотреть, есть ли у нас что поставить на противоположный. Если мы будем ставить на вот эти вот ряды, то мы белый разобьем. Поэтому смотрим на противоположный, есть ли у нас какая возможность. Вот желтый, красный. Вот его место. Просто этими ходами мы потом себе сократим. Ну, побыстрее будет немного сборка. Так, ну вот желтый, синий мы выйдем отсюда. Все пиф-пафами делается. Опустился он на нижний ряд. Желтый, синий. Вот поставим сюда. И что у нас там осталось? Желтый, оранжевый. Вот тут его место. Но это у меня так удачно случилось. Этого может не быть. Но не расстраивайтесь. Как я говорю, формулами-то все решается. Теперь мы будем то, что не смогли поставить, ставить формулой. Формула подразумевает тоже пиф-паф, и держать мы будем вот, чтобы лицевая сторона F смотрела вот одним углом вниз. Не вот так, а вот так вот. И еще одно условие, вот эта сторона должна быть обязательно свободной. Не нулевой, а так это тоже ноль. Свободная единица. Формула будет, значит, вот этот угол ставить сюда, этот угол ставить сюда, а этот угол сюда. Можно будет также делать предустановочные ходы. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну, смотрите. Оранжевый я хочу поставить вот сюда. Мне нужно провернуть вот так. Это раз. Во-вторых, смотрите, у меня здесь заблокированная сторона. Поэтому нам нужно отвести верхний ряд вот так. Теперь сторона свободная. Главное это все запомнить. И формула будет такая. Держим вот так. Меняется, значит, этот идет сюда, этот сюда, этот сюда. R назад, L, R, L назад. L вместе с центральным рядом. R назад, L назад, R, L и L с центральным рядом. Назад. Так, возвращаем все предустановочные ходы. Я их не очень люблю, а то можно забыть. Так.
Вот я сделал предостановочный ход, смотрите, зеленое перейдет на свое место на зеленое, фиолетовое перейдет сюда, зеленое перейдет сюда. Держим опять так, вот эта сторона единица свободна. R назад, L, R, L назад, L вместе с центром. R назад, L назад, R, L, L вместе с центром назад. Вот видите, фиолетовый встал на свое место. Возвращаем предустановочный ход. Но вот эту я хочу поставить вот сюда. Если я буду вот так проворачивать формулу, то сначала она перейдет сюда, и только со второго раза прыгнет сюда. Поэтому сделаем вот такой предустановочный ход. Она сразу прыгнет сюда, красная встанет на свое место, ну а сюда придет вот эта синяя. Формулу я вам потом покажу. Она достаточно легкая и интуитивная. R назад, L, R, L назад, L с центральным рядом. R назад, L назад, R, L, L с центральным рядом. Вот мы отправили розовую, вернули предустановочный ход. И осталось у нас два угла. Делаем предустановочный ход. Синяя пойдет на свое место. Красная сюда, а это красная сюда. Это сторона единичка свободная. R назад, L. R. L назад. L вместе с центром. R назад. L назад. R. L. L вместе с центром. И делаем предустановочный ход. Возвращаем, вернее. Значит, вот формула. Вы меня спросите, почему? Ну, я просто не знаю, как по-другому объяснить. Смотрите. То есть я делаю L назад, да, а тут делаю обратно L вперед с центра. Но мне как-то надо вам связку объяснить. Иначе как я вам объясню, что центр надо в какую сторону проворачивать? То есть для себя вы можете это все сократить, конечно. Это я сделал, чтобы вам объяснить. Это одна формула. То же самое, делаю L вперед, да, и тут же делаю L с центром назад. Ну, один центр неудобно крутить абсолютно. Вот так. То есть гораздо легче взять вот так. Кому-то, может быть, правым рядом тоже будет удобнее. Вот так. Но крутить один центр, ну, никак неудобно. Поэтому, по сути, мы можем здесь вот так вот сделать, да, и здесь вот так. Ну, я просто не представляю тогда, как вы бы, как мне объяснять вам. Значит, вот формула. Ну, а теперь мы будем переставлять вот эти угловые элементы. Значит, будет такое правило, что так держать куб мы будем опять вот так. И теперь вот эта сторона должна быть обязательно свободна. То есть она не должна быть белой или зеленой на данном кубе, так как они заблокированы. Формула это будет перемещать, значит, вот этот угол. Вот сюда,
вот этот угол вот сюда, и этот угол вот сюда. Предостановочные ходы мы можем делать всеми сторонами, кроме F, кроме D и кроме вот этой вот левой вот задней стороны, как ее объяснить. Вообще, конечно, на таком кубе я не знаю, как объяснять право, лево, лево ближнее, лево дальнее. Значит, смотрите, вот этот желтый, он вот попадет, вот здесь же будет желтый. Вот этот белый будет вот здесь белый. А вот этот зеленый перелетит вот сюда наверх. А на собранном кубе это было бы замечательно вам показать. Ну и можно ориентироваться по противоположным сторонам, то есть смотрите, зеленый, фиолетовый, вот он встанет на свое место. А тут у нас что, желто-голубой? Нет, на свое место он не встанет. Попробуем взять. Так мы не возьмем, потому что эта сторона у нас заблокирована. Хорошо. Давайте так, для начала поставим вот это на свое место. Там опять же, не знаю даже, как вам объяснить. Давайте первые два хода посчитаем за предустановочные ходы. Это будет F и L назад. Теперь мы будем действовать с этой стороны. U назад, R назад. D, R, U, R назад, D назад, R. И возвращаем предустановочные ходы. L и F. Вот она, зеленый, встал на свое место. Вот смотрите, желто-голубой пойдет вот сюда. Так, а здесь у нас белый, белый-оранжевый. Так, если мы возьмем так. Ну ладно, оставим пока так. То эта сторона свободна. F, L назад. Теперь правой рукой. U назад, R назад. Down, R, U. R назад, down назад, R. И возвращаем два хода, которые мы делали в начале. Вот у нас осталось три. Бывает, что остается и два. Тогда приходится какой-то один угол разбивать. Это не страшно. Так, смотрим. Ну, у нас тут, в общем-то, ничего не подходит. Поэтому мы просто проворачиваем эту формулу в надежде, что следующий ход у нас какой-то будет лучше. F, L назад, U назад, R назад, Down, R, U, R назад, D назад, R. И возвращаем первые два входа. Как ни удивительно, но какой-то угол встал, что я его не заметил, не продумал. Бывает такое. Но теперь придется какой-то угол выбивать.
кстати, выбьем вот этот, выбьется у нас. F, L назад. U назад, R назад. Down, R, U, R назад. Down назад, R. И возвращаем. Так, давайте посмотрим, что у нас теперь. Так, если оранжевый пойдет сюда. Вот, смотрите, я сделаю предустановочный ход. Желтый. Желто-розовый, видите, он станет вот сюда. Оранжевый станет сюда, и фиолетовый станет вот сюда. F, L назад. U назад, R назад. Down, R, U, R назад, down назад, R. Два хода возвращаем и возвращаем. Предустановочный ход. Помним, что предустановочный ход нельзя делать. Низ, down, лицевая сторона и вот эта левая. Левая, дальняя, как ее назвать. Ну, давайте, если хотите, на собранном кубе мы провернем эту формулу, чтобы понять нам, что меняется, да? Поменялся, видите? Вот этот угол, он прошел отсюда. Фиолетовой стороной наверх. Этот угол пришел отсюда, красным сюда. И фиолетовый угол пришел вот отсюда. Он был здесь фиолетовым, пришел сюда фиолетовым. Провернули еще раз. И третий раз мы их поставим опять на свои места. Смотрите, красный придет на красный. Этот фиолетовый придет вот на этот фиолетовый. И этот зеленый придет вот сюда наверх. F. L назад. U назад. R назад. Down. R. У, Р назад, дом назад, Р. И возвращаем два хода, в начале которого мы делали. Ставьте лайки, подписывайтесь.